Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Буквально час назад, когда я отснял серию и решил ее прорендерить, я увидел, что опять забыл включить микрофон. Ребята, это уже просто какая-то панацея, ты понимаешь? Постоянно забываю микрофон включить. Серия была на час, по-моему, 10. Приколюх было море. Но голос не записался. Осталось только видео. Ребята, если вы хотите, чтобы я это видео выложил, предыдущее, вот до этого, которое будет, то пишите об этом в комментарии, я наложу музыку, и будет просто, ну, как обычно, игровой процесс под музыку, скажем так. Хотя бы посмотрите, какие там были моменты. Моменты там были очень довольно прикольные. Так, ну что же, я расстроился, конечно же, думал, как мне там кто-то говорил, а что ты не можешь переозвучить? Ребята, вы не представляете, как переиграть те эмоции, которые были повторно, я такого не могу сделать. Поэтому я решил сыграть серию. О, смотри-ка, взгляд в будущее, у меня обновилось событие. Да, но зато не дали у меня новых заданий. Первое задание только через 30 минут появится. Ну давай посмотрим, что за взгляд в будущее. Так уж и быть. Так, время творить добро. Воспользуйтесь эволюционными картами стратегической колоды орехов в доспехах чистилища, чтобы спасти бедных колокольчиков от голодных вампиренка и ненасытного зомби. Ребят, вам не кажется, что у меня что-то с голосом, а? Такое впечатление, как будто он сел. Че, я должен колокольчиков этих спасти? Вы серьезно? А как я их спасу против вампиреношей-то, а? Это же это нереально. Так, давай, наверное, я так сделаю, чтобы он не использовал какое-нибудь заклинание. Единственная проблема, знаешь, в чем? Да, именно вот в этом. Именно в этом. Так. Ага. Так, он ничего не стал ставить. Я, наверное, знаете, что сделал? Вот здесь вот прикроюсь. Колокольчики мне эти не жалко. Но вот если он будет вампиреныши ставить, это, ребята, конечно, все дело там не испортит. То есть вампиреныш, насколько ты помнишь, да, он прокачивается. Да-да-да-да, вот именно его-то он и взял. Блин, у него еще сейчас защита сработает. Ай, твою же налево, ладно. Ну как вот, ну как вот это, ребята, может, а? Быть. Че, минус, что ли, поставить? А, иди ты, знаешь куда, он еще и этого поставил. Слушай, я не помню, его перетянет или нет? Слушай, по-моему, не перетянет. Нет, не перетянет. Поэтому делаем так. И вот так. А что, это чудище не будет переходить? Пипец. Естественно, он берет доборы. Само собой. Ай-яй-яй-яй-яй. Что же нам делать? У меня есть небольшой вариантик, ребята. Небольшой. Твою налево, а. Так. Получается 2, 5, 2, 5. А если я сюда поставлю, будет 5, 6, 7. Как тут лучше сделать-то? Я и так получу урон, и так получу урон, да? Или все-таки поставить этого? Ладно, поставим этого. Поехали. Да-да-да-да-да, он мне влупит. Так, друзья, одно хп у него остается. Одно. У меня срабатывает защита. Та-та-та-та-та-та-та-та-там. О, сейчас мы его еще и... Пипец. Не ширкнем мы его, ребята, не ширкнем. Хотя, погоди-ка, почему не ширкнем? Почему мы его не ширкнем? Ему всего лишь одну единицу урона нанесли. А, блин, точно. Так, три. Да, давай ставим вот так. Потом вот так. И до свидания. Гудбай, роднулечка, гудбай. Захотел меня мумией своей напугать. Не тут-то было. Свинопас. Да, друзья мои, прошли. А мы прошли, так замечательно. Ну что же, а теперь пойдем
Повоюем. Так, ну что, на орехе я закончил, да? Ну, давай попробуем сыграть за... За бесенка, наверное. Давай попробуем. А вдруг получится? Нам нужно всего лишь, ребята, 115 самоцветов, и мы с вами возьмем один из паков. У меня просто там в микроволновке, в духовке курица запекается, поэтому есть небольшое количество времени. Поиграем. И пойду смотреть я курочку свою. Курочку свою. Что-то как-то не айс выпало мне здесь. Угу. Первого хода нету. Второй. Ну, второй ход. О, первый ход есть. Ну что, давай смотреть, кто здесь выпадет. Ну, давай сделаем так. Так, 4 в лицо, да, получается? Раз, два. Ну что, у тебя есть бананы, а? Парень, или нету? Есть ли у тебя бананы? Давай так сделаем. Да, есть у него бананы. Но почему, блин, ну почему срабатывает именно на на двоечке? Бесит меня это, ребят. Я знаю, что у него должен быть банан. Я это знаю. Я больше, чем уверен. Вот на чем он только будет играть? Чего? Да, опять у него срабатывает защита. Да ты припупил, что ли, блин? Ну, естественно, ребят, ну, само собой. Мне, знаешь, какой еще вопрос интересует? Есть ли у него могилоед? Мне кажется, что есть. Надо проверять. Опа, опа, опа. Не, парень, вот это вот. Вот это вот. Ай. Отлично. Ну что же, двигаемся тогда дальше. Давай-ка мы, наверное, сыграем. За кого? Давай попробуем сыграть за бессмертию. Создадим какую-нибудь колоду прямо сейчас. Так, бессмертие у нас. Так, два курабойщика. Так, заклинашки. Что-то такого хочется с заклинаниями взять. Что-то такого вот хочется, а что? А что же нам взять? Может быть, этого? Знаешь, кого у меня нету? У меня здесь... А, вот. Ну и все, что ли? Только этот? Ну, таким образом мы, друзья мои, далеко-то не уйдем. Далеко-то мы не уйдем. Ага, вот этих вот. А, тьфу ты, это же не то. Хотя... Не, не то. Это все не то. Раз, два... Раз, два. Ой, сейчас дохимичусь, друзья мои. Ой, дохимичусь сейчас, а. Пум-пум-пум-пум-пум. Что же нам еще-то взять, а? А может этого, не? Не надо? Да я вот сам не знаю, что брать. Менеджера брать? Ну, как-то неохота. Давай-ка, наверное, вот этих вот возьмем. Ландшафты-то обязательно нужны. Ландшафты нам обязательно нужны. Так. Ну, на всякий случай, вдруг у него будет там хилки у кого-нибудь, чтобы не применял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Взять эту, что ли, или вот эту взять? Или вообще вот этого взять?
Экс-текс-текс. Ну, пока все. Пока все, ребят. Еще раз повторяю, это будет пробный забег. Поехали. За бессмертию я вообще практически не играю. И играть не умею за нее, но посмотрим, что у нас вообще может получиться. Как говорится, новичкам везет. Но не с бессмертий. Да иди ты. Это неправда. Это ложь и провокация, что типа интернет отключился. Не знаю, почему игра такое выдает. Блин, какой стоит запах, ребята, ароматной курочки, а? Тем более я еще замочил в этой, как в соусе там определенном. Какой духан стоит. Ну что такое-то? О, и кто это у нас? Да, это у нас зеленая тень. Это, ребята, зеленая тень. Ну давай пока, блин, нафиг вот этот вот мне сейчас выпал, а? Вот скажи мне на милость. Он мне как бы вообще ни к селу, ни к городу. Опа. Вот это дерзко. Ребята, это было очень дерзко. Сейчас на самом деле. Ладно. На чем у нас будет играть зеленая тень? Ставить или нет? Давай поставим. Мне даже интересно, что он будет делать. Опа. Вот, значит, на чем-то, да? На командочках решил сыграть. Все, я буду знать. Так, берем карту. Хорошая карта. Хорошая, друзья мои, выпала карта. Ну, давай. Так. Ух ты. Да, ребята, что-то тут не очень хорошо дела у нас идут. И если я, например, сделаю заклинание, он будет 2-3, да? Что он делает, а? Ты посмотри. Что он творит? Да. Ну давай, так уж и быть. Давай. Иду на страх и риск. Не знаю, правда, зачем. Ну что, сейчас будем, короче, ребята, его уничтожать, пытаться. Для этого нам понадобится что? Вот это и ракета, да? И кого ты сюда хочешь поставить? О, как! Ага, значит, что нам здесь сделать? Во-первых, вот так. А во-вторых, вот так. Потом вот так. И вот так. Поехали. Дальше едем.
Ух, ну давай я так сделаю. И вот так. А кто там у него? О! Поехали. Ну вот и курочка. Курочка Рява. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, друзья мои, кто же у нас тут появился-то? Ты посмотри. Как же тут лучше сделать-то? Хил взять? Давай сделаем, наверное, вот так. И вот так. Ага. Слушай, отличная прокачка. Как раз для моего зомбобота. Или как? Ага. Зомбоботик, мой зомбоботик. Ну что, ребят, прописываем. А вот сейчас вот интересно. Угу. О, как. Опа, смотри-ка, что делает. Так, поехали. Ну, понятно, понятно, заморозка у тебя там выпадает и тому подобное, да? Рикошет! Ты серьезно? Ты серьезно? Ты сделал рикошет? О, парень, ну я не знаю, может быть, у тебя, конечно, что-то есть того, чего не знаю я. А что у него может быть? Давай смотреть. Ага. 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 Все? Погнали. Такс. Блин, если я сейчас применю, я всхлопочу, поэтому не надо. Нормально. Так, друзья, что же нам сделать дальше? Дальше нам надо сделать... Вот так. И вот так. Ах ты жук. Ах ты жук. Потерпим. Потерпим, друзья. Так, не надо пока делать, потому что этот не спит. Ох, сейчас у нас гаргантюашек-то навыскакивает. Ух, от души. Так. Так. Красиво.
Пропускаем. Ой. Ой. Так. Ага. Рикошет зомби, а ты не забываешь, что у меня вот этот вот человечек стоит, а? Забываешь. Бульк. Бульк. Поехали. На. На. Оп. До свидания. Ну что, ребят, неплохо. В принципе, неплохо. Так, за кого теперь поиграем, а? Ну, давай партийку попробуем за... Во, за Замеха. Мы 1000 лет за него, ребят, не играли. А что это за колода такая вообще? Колода прям... Очень странная. Очень, очень, ребят, странная колода. Вот это вот зачем нам? Не надо. Вот это тоже. Для чего здесь стоит, не знаю, ребят. Причем здесь вот это-то вообще? Ё-моё. Так, взрывник. Если взяли мы бочку, то значит с этой... Так, подожди. Как так? А, не, флакон есть один. Есть, ребят, флакон. Я просто не могу понять, на чем у меня Замех здесь играет. Ну ладно, добор. Вот это вот нафига? Вот это вот зачем здесь? Не пойму. Так, так. Полуспортивный. Вот этих зачем-то тут целая куча. Надо менеджеров брать. Это да, на них можно тут, ребят, неплохо отыграться. Плюс вирусы. Угу, плюс вирусы. Дальше что тут можно еще заклепать? Такс, что тут можно еще бы сделать-то, а? Ну, давай возьмем одного этого. А, их у нас уже двое. Угу. Ну, в основном хотелось бы, конечно... Что-то такое, чтобы нам давало добор. Ну, вот, например, вот этот вот. Вот так вот, да? Чтобы нам давало добор. Ну что, попробуем. Странная, конечно, колода какая-то выходит, но, тем не менее, надо попробовать сыграть именно ей. Доборов у нас практически нету, ну, карты добирать нам нечего, будем... Будем драться тем, что есть. И выпадает нам с тобой орешек в доспехах. Вот такой вот хитрый жук. Лучше бы мне выпало бы 3 менеджера. Вот это было бы прикольно. Ладно, поехали. Ага. Ага, вот оно что, друзья мои. Так, ну естественно, он будет прикрываться орехами. Это я уже знаю. Давай так сделаем. Орех будет ставить сюда. Нет. У него есть кое-что покруче, да?
Так, есть валун. Есть, ребятушки, валун. Делаем тогда так. Ага. Дуст. Так, 2, 4, 6. 6 в лицо, блин, это... Давай я так сделаю. Черт с ним. Так. Ага. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Так, сделаем. И, наверное, вот так. Жалко, все равно короля потеряем, потому что кактус. Угу. Опа. Это плохо. Да куда ты его туда-то закинул? Да, ребята. Что же он сейчас сделает, а? Ну, допустим. Шуганул, да? Ёк-макарёк. С одной хпшкой-то, ну куда ты, ребят, с одной хпшкой уйдешь, а? Ты серьезно? Эх, ты жулик ты. Видишь, мне и не подхиляться. Не... У меня нету, ребята, здесь хила, понимаешь? К сожалению. Да, за замеха у меня не получилось. Ну, не было хила. Был бы хил, был бы, наверное, другой разговор. Так, ну что, поехали тогда сыграем за... Вот этот замечательный орех, который не менялся с прошлой игры. Правда, мы с тобой будем драться против... Да какой хорош, зачем так много-то? Это профессор у нас, кислых щей, поэтому... Так, естественно, он сразу начинает доборы, само собой разумеющиеся. И я пока абсолютно ничего не могу сделать. Ну что же, сейчас. Смотри-ка, он не стал брать дополнительную энергию. Что-то у меня там, ребят, по-моему, курочка слишком жестко запахла. Обоняние такое легкое-легкое появилось. Ну вот, видишь, он начинает добор, ребят. Я подожду. Уничтожаем. Не знаю, что там у него было. Сейчас глянем. Понял.
Такс. Ну что, наверное, пока ничего не будем ставить. Угу. Хорошо, что я не ставил ландшафт здесь, ребят. Так, роза. Ну ладно. Ладно, давай. Хорошо. Так. Все? Бэм. Так, допустим. Смотрим дальше. Ну, хорошо. Так, ребят, родничок. Ой, как... Ага, вот так вот даже, да? Замечательно, смотри-ка, как хорошо пошел ранжириться. Окей. Куробойщик родной появился. Так, это нам пригодится. Так, подожди, ага. Да, так сделаем, наверное. Ай-тари-тати. О, спасибо. Так, что там? Отличная карта. Так, у него, наверное, еще один коробочек будет, скорее всего, ребята. И даже не один, наверное. Даже, наверное, не один. Так, у тебя, значит, курабочек все-таки у него есть, да? Ага, ракеты. Слушай, возможно, есть, возможно, нет. Я не знаю, ребят, пока. Пока не пойму. Скорее всего, есть. Да, скорее всего. Опять ты, а? Так, ну давай сделаем, наверное, вот таким вот образом, да? Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Возможно, у него есть ландшафт. Возможно, ребят. Я думаю, ты понимаешь, о каком ландшафте я говорю? Мне это не поможет. Ага, вот так вот. Окей. Угу. Такс. Хорошая карта. Курабойщик опять у тебя, да? Как ты мне дорог, а? Блин, ребята, если я сейчас применю... Давай. А это команда, это еще лучше даже, ребят. А, подожди, это не команда. Поехали, нам нужно хиляться. Ага. Тинь. Хильнулись, блин.
Ну, ребят, я не знаю, конечно, что там, но... Давай я так сделаю. Мишень. И кого он сейчас позовет? Так. Сюда бомбить будет, да? Ой, какая хорошая, ребята, карта выпала. Ох, вообще топ. Друзья, вообще топ. Погнали. Мне просто хочется посмотреть, что он сейчас будет делать. Ага, так. Опа. Значит, у него ничего тоже не осталось. Ну, как скажешь. Посмотрим. Да ты заколебал, а? О! Поздно, ребята, поздно. Если бы не было коробочка, все бы. Сейчас все совсем по-другому было бы. Блин, ну ё-моё. Ну, здесь не орех виноват. О, нанесите 21 с заразительной сальцей. Так, ребят, пойду посмотрю, там что-то курица горела и уже пахнет. Так, нет, друзья, ложная тревога, поехали. Ой, подожди, блин. Заразительная сальца же, ё-моё. Я же за нее хотел сыграть. Ладно. Ай, ладно, оставим. Блин, нафига я вот это оставил? Нафига я оставил? В общем, заразительное сальце, если правильно играть, то играть лучше на танцорах. Упс. А у меня первого хода нет, прикинь. Вот такие вот, ребята, дела. Зашибись. Ну что ж, теперь все совсем по-другому. Да ёпрасты, у него два теперь. Сгинь, нечистая. Смотри, прокачивать не стал его. Я не знаю, что у него там выпадает. Так. Да ничего я пока не буду ставить, ребят. Давай-давай, прокачивай. Ведь сработает же, надеюсь. Пипец. Не сработало. Погнали. Так. Ну это, ребят, это все ерунда, что он там прокачивает. Я его потом на следующий ход завалю. Сейчас у меня срабатывает защита. Угу. И... Так вот сделаем. А там будем смотреть. 2-1. Давай, давай, давай. Ага. Окей.
Интересно, у него есть этот смертельная капелька, или как она там называется? А, вон кто у него есть. Вон кто у него, друзья мои. Вон кто у него есть. Подготовился, так скажем, да? Давай, 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 уничтожай. Напугал ежа лопатой, скажем так. Ландшафтик, друзья мои, у меня появился ландшафтик. Бочка. Еще одна. Бочка и бочка, да, ребята? Блин, а вдруг у него там есть то, что мне не нужно, а? Ребят, давай, наверное, я сделаю вот так и вот так. А там посмотрим. Угу. Надо же, он даже крокодила не стал трогать. Удивительно. Ниндзя. Если ниндзя на ландшафте, да, то там что-то убивает всех. Да давай я, наверное, раз, два, да? Раз, два. А я так сделаю. А там посмотрим. Сейчас будет знатный бабах. Угу. Поехали. О, хорошо. Если он думает, что я ему позволю, то он ошибается. Давай вот это, наверное, чепушило уничтожим. Да и пока ничего я делать не буду. Это меня не напугает. Давай я сделаю так, наверное, и вот так. О, ты гляди, как кто вылез. Ага, крахмаловая душа. Ну, если там еще один такой же, я, в принципе, ребят, не удивлюсь. Поэтому ставим. А там посмотрим. Ну да, еще один такой же хмырь. Пока делать ничего не буду. Ну и куда? Солидно. Так, ну что, у нас пошел добор карт, ребят. Чучело вылезло, да? Хорошо. Эх, ребятушки, вылезло у нас чучело. Ну что нам сделать? Давай, наверное, сделаем...
Вот так. И вот так. А там посмотрим. Да. О, замечательно, друзья. Правда, одна карта, но фиг с ним. Поехали. Хе-хе-хе. Бой. А что ебой-то? Вот сюда надо ставить. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Давай сюда поставим. Не проканает. А, двух случайных подносоров. Это мелочи жизни, друзья мои. Все идет к тому, что все идет хорошо, ребят. Так, ну что, хильнемся? Хильнемся, да? Ну, я думаю, что, наверное, вот это убрать надо. И хильнуться. Поехали. Иди отсюда. Ой, хорошие карты, ребята, выпадают. Ой, прекрасные карты. Ой, прекрасные карты, ребят. А, это топ. Угу. Ну, это, конечно, плохо. Это плохо, что сейчас произошло. Да, наверное, никого выбирать пока не буду. Так вот поставим. Поехали. Пам-пам-пам-пам. Что? Ну, даже как, да? Даже так, жучара ты навозный. Хорошо. Хорошо, все будет хорошо. Да я пока ничего не буду ставить, ребят. А до свидания. Что было, то было. О, ребятушки. Слушай, а чё радуюсь? У меня 9 хп. Нет, это тебе не поможет. Это тебе не поможет, парень. Поехали. До свидания. Что было, то... Ой, красиво-то как. Ой, красиво, друзья мои. Сейчас у него, вот сейчас у него выпало, ребят, на капля. Сейчас он уничтожит розу мне. А, не, вот у него что. Ай, как ты мне дорог. Замечательно. Ну давай, ставь своего циркача, блин. О, молодец. Все. Еще один дурик. Окей. Ну, я надеюсь, на этом все, да? Ну, ландшафта, ну... Ну, ландшафта, ну нафиг... Ай. Я сейчас не удивлюсь, ребята, если вот из-за этого вот чуши я проиграю. Ну, все.
Все, друзья, приплыли. Да, приплыли. Я офигею. Это, ну, чего ты, ребята, выпадает, а? Ну, вот скажи мне на милость. Орех, шел бы ты куда-нибудь подальше, а? Вообще, ребята, вот... У меня слов нету. Просто подстава за подставой. Откуда-то у него вылез этот... С прочерками... Ой, с этими... Откуда он его взял, я не знаю, ребят. Ну, вот откуда ты взял. Так, нам дают 47-й ранг. Почти из вышки, да, ребята? Из высшей лиги вылез. Не забываем, что есть кровожадность. Чем он опасен? Это кровожадностью. Надгробие. Это что же там у тебя получается-то? Кто? Ага, вот у него кто. Учтем. Ведь этот олух будет кровожадность мне клепать, наверное? А мне почему-то именно так кажется, ребята, что он будет клепать кровожадность. Так, этого убираем отсюда. Этого убираем. Давай-ка, наверное, поставим с тобой вот так и вот так. А там посмотрим. Ну кто же знал-то, а? Кто же знал, что вот так вот все обернется? Угу. Давай я вот так поставлю. Посмотрю просто, ребят, кто. Вот кто у него здесь. Так, только не говори, что у тебя кровожадность есть. Я жду, знаешь, что я жду? Я жду, когда я вот эту вот бомбу успею применить. Ты смотри, что творит. Ты смотри, что он тут делает, а? Как он тут раздухарился, ребят. Ну что, бумкнем? Я думаю, что надо бумкать. Другого варианта я не вижу. Прячет в надгробие? Окей. Так, ну что, дальше ставим ягоду. Я думаю, здесь, наверное, поставим мину с тобой на всякий случай, да? Смотри, что выпало. Давай сделаю так и вот так. Поехали. Все? Ну давай, давай. Сейчас будет весело. Только без кровожадности, пожалуйста. Тыдич. На. Бумс.
Бам, нормально. Ну, на самом деле, меня это не пугает. Давай-ка мы, наверное, сделаем вот так. Тогда... Ага, сдался. Ну что, бабах, поздравляю, выручил. Выручил-то нас. Давай тогда еще партийку. Пока бабах играет, надо играть. Как только сдувается все. Сворачиваем кегли. Да ё-моё. Знаете, что мне... Да иди ты в пень, ну на... Знаешь, что я сегодня поиграю на втором канале, ребят? М? Не знаешь? И я не знаю. Я хочу поиграть в... Как она называется? Frozen Punk или что? Тихо ты! Куда ты вот вылез-то? Ты захотел доборы брать. Конечно, ребята, все вроде бы хорошо, но... Ну что это? Ну... Ничего путевого не дали. Сколько у него этих дурачков? Летучую мышь может поставить, я не знаю. Нет, он берет энергию, что-то не к добру это все. Че, опять что ли энергия этот? Орех. Блин, у него летучие мыши могут быть. Давай так поставим. Лишь бы не уничтожил. Ну, добор все равно мы сделаем. Так что не волнуйся. О! Честно, 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 чечечек. Поехали. Угу. Минка-горячка, да? Окей. Конечно, этого сейчас уничтожат, ребят. Ну, с одной стороны, мы зато поставим сюда кого? Да-да-да, ты правильно. Нет, возьмем, наверное, вот этих двух. О, чего творяет. Допустим. Еще выделывается, а? Видишь, как выделывается? О, даже как. О, даже как делает. Окей. Что? Ага. Ну ему крышка.
Блин, ну вот теперь надо поймать, где он. Ну, допустим. Че, вытянул? Ой, ой. Ну ладно, пускай, пускай, пускай. Так, два надгробия, ребята, две могилки. Ты понимаешь, да, что мы кранты? Вот тут, конечно, будет неприятно. Как же тебе, засранец, повезло-то, а? Понятно, короче. Я только хотел, ребята, уничтожить ему эти два надгробия. Не получилось. Красавчик бабах. Просто красавчик. Ну что, давай, наверное, последнюю партию сыграем, друзья, и будем закругляться, а то уже время 11:30. Как говорится, видосики все, которые сегодня снялись, будут, наверное, выложены завтра. Опачки. Заморозка собственной персоны. Ну вот, ребят, ну, ну вот что это такое, а? Кошатница, ты видишь? Выползла, блин. Заморозку хочешь, что ли, врубить? Я не пойму. Я тебе врублю, блин, заморозку. Не-не-не, не поможет. Не поможет, ребят, потому что ландшафтик, ландшафтик. А, мы можем... Нет, орех нельзя пока. Давай сделаем так. И вот так. Меняет. У тебя все равно кранты. Окей. Что нам делать, ребята, по ландшафту? М? Посмотрим. Да это просто... Слов моих нет, ну ты понял, да? Ага. Эх-хе-хе-хе-хе. Ну что, наверное, сделаем вот так вот. И, наверное, вот так. И, наверное, еще вот так. Ой, тупорылый. Ну вот как это называется, ребят? Называется ступорылил. А как, как это еще назовешь? Ступорылил. Давай так сделаем. Кто там у тебя? Ага, заморозка. Он заморозил-то меня, не могу. А, кактус.
Заморозка, заморозочка моя. Как ты мне дорог, а? Чепушила ты несчастный. Придется бамкать, ребят. Не хотел, но придется. И вот так еще сделаем. Ой, ой. Ой, напугал, гос. Ой, ой, боюсь, боюсь, боюсь. Боюсь, боюсь. Так, ну что, друзья, видимо, настал его час. Или как это назвать, даже не знаю, час, не час. Ну давай, давай, давай. Все? Кого там прокачивать собрался? Этого петушару? Так, ладно, здесь работает этот. Здесь нам, ребята, лучше, конечно же, получить. Вот так вот. Погнали. Шуршал электровеник вшивый. Так, а что у него там, я уже не помню, ребята, какая-то. Так. Так. И на дорожку. И на дорожку мы сделаем вот так. Поехали. Да хоть ты заусиливайся, ё-моё. Защита все равно сработает. Ну ладно, пускай будет так. Ну, козла, наверное, увалить надо. Так, сколько там у него хп? Да не вижу я, ё-моё, Мимон, привет, привет, Мимон, блин, вот. Как ты вот сейчас вот не вовремя? Так, ребят, ну что, ставим вот так вот. А там смотрим уже. Да ладно. Пипец, ребят. Ты представляешь, у него был этот на ландшафте. Ну кто же знал, если бы я сюда бы поставил бы. Ну я, видишь, я же не подумал об этом. Все, ребята, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.